Всем приятного просмотра, всех приветствую и побежали дальше. В прошлой серии ровно на этом месте с вами остановились. Я на лбе рыбки, как вы видите. Давай изучать, что это. Ага, у нас удачок появился. Что это у нас тут за место? Так, хорошо, то есть мы можем костер развести, да, с вами? Шикарно. Давай, наверное, мы сейчас все сложим, посидим, отдохнем. Как раз у нас восполнится. Так, что у нас по поводу чертежей? Что мы можем еще с вами сделать такого? Интересно. Обезболивающее. Обеспечивает быстрое облегчение при... Запасы пополняются в лагере. Запасы полностью. Ага. Нет, это мне, наверное, не надо, да? Приманка. Блин. Мне вот это вот 19 уровень нужен. Ну ладно, хорошо. Я могу тебе костюм сделать? Нет, не могу. У меня резины не хватает. Ковбойская шапка. Шкуры нету. Отлично. Здесь у нас поставка для приготовления. Ага, позволяет готовить пищу на костре. Не могу, железа нету. Ну, нет так нет. Правильно? Что я могу сделать? Нет так нет. Побежали. Ночью, наверное, зря это делаю, да? Ну, я думаю, пусть будет. Так, что это у нас тут? Все, пасхальные яйца. Мы же правильно идем, правильно? Нет, неправильно. Проход на мыс. Хорошо, раз мы уже сюда и пошли. Давай посмотрим, что это за проход такой. И как мне его опустить? Кто мне скажет, как мне попасть на ту сторону? Но явно же не ножами бросаться, правильно? Которых у меня тем более нету, либо есть, а ну? Да, явно не ножами бросаться. Хорошо. Ну, возможно, у нас будет какой-то катер, либо лодка. Было бы неплохо. Ну, прыгать я тут тоже. Ой, ёпка, нет. Я хотел... И пёсель тоже конь отдвинул, да? Хотел сказать, я как бы прыгать не могу. На пробел мне чисто кувырок идет вот. Ну, ладно. Так, исследовать, спуститься. Давай. Так, новое изобретение. Веревка. Хорошо, идемте. Сходим еще раз на пирс, посмотрим. Где мы тут с вами откисли? Вот мы с вами тут откисли. Угу. Хорошо. Блин, а как мне попасть на ту сторону? Кто мне скажет? Но явно не по камушкам, явно ж не... Ага, может веревка крюк, как думаете? Сейчас посмотрим. А где мне изготовить можно будет? Надеюсь, возле костра? Или мне нужно будет возвращаться? Так, чертежи, веревка крюк, да? Что это такое? Железный ошейник, талисман, урон. Так. Есть, отлично. Вот, веревка крюк. Хорошо, а у меня есть это все. Шикарно. Так, выходим, инвентарь. Давай смотреть. Угу, ближнем бою плюс 2. Хорошо. А веревку крюк мы сможем с вами куда поставить? А, без понятия, да, куда? Или она автоматически у нас устанавливается? Где она вообще, эта веревка? Кто мне скажет? Так, фонарик, наколенники. Ладно, идем, пойдем, посмотрим. Ну, по идее, теперь мы можем это сделать, правильно? Мы же создали. Либо не создали. Все? На Ешку? Нет? Угу. Иди она. Так, хочется сказать в рифму, где она, но мало ли. Меня сейчас тут маленькие детки смотрят.
спуститься. Ага, то есть она... Понял. Она будет автоматически. Хорошо. Так, шикарно. Что тут нужно? Нужно осмотреться, правильно я понимаю? Так, что у нас тут наверху? Что у нас тут наверху? Керамика. Отлично. Искать. Кура. Ну, это... Ой. Коленкой ударился. Это мне надо. Шкура мне надо. Так, наверх я никак не поднимусь, правильно я понимаю? Давай исследовать. А, мы еще ниже спускаемся. Вообще шикарно. Так, нет, не удочку, ломик. Да, вот так резиво. Молодец, умничка. Так, ну я так понимаю, нам вниз. Так, а смотрите, три различных обелисков. Это, надеюсь, это здесь сейчас обелиски эти будут? Ткань, дерево, как-то скромненько все. Интересно, босс будет тут какой-то, с которым мы будем сражаться, либо не будет? Просто не верю, что его здесь не будет. Рис, смотри. У нас с вами появился рис. Шикарно. Ага, здесь я не могу пройти. Косточка. О, пёселю достанется. Достанется пёселю. Хорошо, мы налево можем пойти, направо, да? А давай посмотрим, что здесь у нас. Угу. Все-все-все, тихо-тихо, свои. Все хорошо. Нужно будет осмотреться. Какой-то осколок манны. Манной каши, наверное. Так, тряпочка. А здесь случайно не зыбучие пески, как думаю, думаете? Ага, это все, все сложилось, да? То есть мы можем это все сломать. А это мы сломать не можем. Окей. Блин, а у нас еще сзади была комнатка, вы же видели, да? Давай назад сходим, посмотрим. Просто не хочется ничего пропустить. Вот тут что у нас? И судя по тому, что у нас... Здесь есть ящик, у нас, наверное, здесь много чего будет, да? Сейчас, секундочку. Давай продолжать осмотреться. О, шикарно. Угу, а тут тупик. Окей. Зато металл есть. Так, читать. Видели, как по небу что-то там... О, 14 уровень. Еще чуть-чуть, и у нас с вами новое изобретение. Бита. Нет, бита, я думаю, нам не надо, да? Гироскоп. А это что такое? Что за гироскоп? Ребят, напомните мне посмотреть. Знаю, что вы не можете. Вы сейчас это смотрите в записи, но... Все равно напиши мне в комментариях, Арчи, не забудь посмотреть, что такое гироскоп. Я же так же не смогу это сделать, да? Инвентарь, квесты... Нет, к сожалению, я так не смогу сделать. Так. Осмотреть. Руководство о том, как отправиться в какое-то место. Узнай историю в катакомбах, если вы решите отправиться в подземный мир. Царство на грани существования, скрытое лучезарного солнцем. Там, где правит магия маны, где жизнь и смерть равны. Дон, где стала библиотека? Шикарно. Давай собирать. Давай все-таки собирать. Давай все-таки собирать. Так, что там было? Вот так вот, молодец, умничка.
Просто, по-моему, я всю керамику, где мог, там уже и собрал. Не знаю, конечно, зачем она нам пригодится еще, эта керамика, но пусть на всякий пожарный будет. Все, это мы идем на выход, правильно я понимаю? А нет, куда-то сюда идет дорога. Так, это что такое? Ага, еще тайничок. Помидорка. Так, дай пройти. Давай. Блин, хорошо, что я перед этим прокачался, да? Как идти сюда? Я конкретно говорю сейчас за этот, как его... За наш ломик. Все, шикарно. Блин, а смотрите, три обелисков. Мы же вроде смотрели, почему она не засчитала? Может, нам просто выйти нужно отсюда? Как думаете? Бульк. Бульк. Так, у нас здесь тупик. Да, ломик, кстати, я больше прокачать не могу. Это у меня на максимум. Он чисто на максимум у нас. Блин, надеюсь, сейчас обвала никакого не будет. Ага, еще один, да? Так, руководство, на этот раз предупреждение. Прислушайся к словам предостережения, если вы решили отправиться в подземный мир. Опасное царство, испорченное и оскверненное жадностью смертных. Источник маны. Теперь он свободен. Страшно, вырубай. Блин, о, цибулька. Цибулечка. Блин, и туда есть, и сюда есть. И вот проход есть, смотри. Куда конкретно идти, кто мне скажет? Но тут, наверное, тряпочки будут всякие искать. Да, наверное, всякие тряпочки. Ага, что у нас лишнее? Наверное, мясо, да? Давай мы с тобой выбросим, а металл лучше заберем. Хотя, что я этот мясо выкинул, если мы металл можем вот так положить? Отдай мясо сюда, может пригодится. Надо будешь песеля чем-то кормить. Хотя он вроде и не ест ничего, просто рядышком бегает. Так, картофанчик, отлично, три семена съесть. Жалко, что я не могу картошку сажать, и что здесь нельзя себе, знаете, построить базу. Это что такое? Урон до сотки, то есть я могу добывать какие-то кристаллы, да? Я думаю, это действительно способ попасть в то место. В какое место? Так, пройти через врата тумана в катакомбах, если вы решили отправиться в подземный мир. Царство неизмерной силы, связанное с самим существованием. Ключ вечной жизни. Способ изменить, найти судьбу. А, изменить нити судьбы. Киушки. Мы сейчас найдем с вами нити. Нити. Какие нити? Так, зов манны. Пройдите к вратам тумана и войдите в них. Давай войдем. Ля, ход в подземный мир зловещий. Прикольненько. А ты рукава закатал зачем? Так, зайдем посмотрим, что у нас тут добавилось с вами. Новенькое. Так, кулинар, запасливый падальщик. Так, ешь съедобные материалы, которые вы носите с собой, чтобы восстанавливать здоровье. А вот это мне больше нравится.
Так, чертежи. Давай смотреть. Есть бита. Бита мне не надо. А это что такое? Гироскоп. Стабилизирует положение во время кругового движения. Скорое движение бока. 10. Железо. Блин, нет, железо я, наверное, тратить пока мест не буду. Боком мы вроде бы и так нормально передвигаемся. Единственное, наверное, в шове нож бы себе сделал вот этот вот. Острое трио. Хотя, ладно, пока мест тоже ничего не буду делать. Так, найдите еще один костер в подземном мире. Используйте костер, чтобы совершить быстрое путешествие к другому костру. Так, что нужно? Быстрое путешествие. Как это сделать? Быстрое перемещение. Ага, то есть нужно будет потом переместиться с одного места на другое. Ё-моё, какая карта, ля. Неплохо. Так, ну давай обыскивать. Давай обыскивать всё. Так, прослушайте аудиокассету. Костюм в полоску, рецепт. Доктор говорит, что это, вероятно, выход. Надеюсь, он прав. Ради всех нас. Они предлагают, что проход нужно открыть с двух сторон. Вход может занять месяцы или даже годы. К счастью, наши люди очень изобретательны. Инструменты, которые они создали, до сих пор были очень полезны. Окей. Все? Мы прослушали? Давай еще раз прослушаем. Давай посмотрим на костюм. У нас где-то новый костюм появился. С вами где костюм? Где костюм? Хочу костюм полосочку. Угу. Резину у нас так мы и не нашли. А костюма нет, меня обманули. Ну ладно. Так, погоди, а я могу улучшить? Что там? Мешок с кровью, пороги. Во, смотри. Так, в ближнем бою плюс 6, шанс уклониться. Во. Е-бэйби. Так, урон нужно будет. Так, максимум здоровья плюс 10. Вот, мешок с кровью. Отлично. Все, больше здоровья стало. Да, больше здоровья стало, смотри. Отличненько. Ну что, идем дальше. Идем осматриваться. Так, где ты? Пороги. Зайчик, иди за мной. А где песель? Песель, ты что, не можешь подняться? То есть я сам должен буду это все пройти, да? Я так понимаю. Угу. Ладненько, ладненько. Сам так сам. Скажи, а нам и не страшно. А это что такое? Новые монстры, ребята. Так, используйте тупое, дальнобольное или взрывное оружие, чтобы убить 6 зараженных. Манарбалет рецепт. Взрыв. У нас есть с вами арбалет. Или это мы получим с вами. Ой, извини. Извини, досточка не хотела. Или мы получим с вами арбалет. Так, хочу арбалет. Блин, может тут где-то арбалет есть, как думаете? За ножами. Либо здесь может быть арбалет. Давай шкуру используем. Бум, атака. Ага, обманули дурака, да? На 4 кулака. Так, изготовьте сонар какой-то. Ладно, давай попробуем с ломиком. Давай с ломиком попробуем. А, ну в принципе... Они с ломиком нормально откисают, да? Что-то я тут переживал. Так, я могу и вниз спуститься, и вправо пойти. А как бы мне так бы осмотреть бы полностью все, ничего не упустив?
Как думаете? Будем заходить вот такие вот места. Ага, тут тупичок, хорошо. Все, дерево нам тоже нужно будет. А здесь, по-моему, резина выпадает. Да. А не помните, сколько мне резины не хватало, чтобы... чтобы что-то сделать? По-моему, мне сколько-то там резины не хватало. Что я хотел сделать с резиной? Не помню. Что-то я хотел. Сейчас посмотрим. Вроде бы одежду, да? Да, 3 из 5. Зато могу шапку сделать. Так, защита от жары плюс 5. Блокировка урона плюс 5. Делаем. Бумбие, бейби, инвентарь. Шапка. Так, метательный урон против монстра плюс 16. Вот, защита от жары. Смотри, какой ковбой. А? А? Ковбой Мальборо. Так, побежали. Нужно дальше исследовать это все. Давай справа посмотрим. Ага, не ожидал, да? В затылок тебе ломиком. Я бы тоже, наверное, был бы в шоке от такого. Если честно. Так, что у нас здесь? Ага, не могу. Не могу поднять ногу. Ладно, побежали дальше. Здесь еще мутанты есть, ага. Начинается. Начинается, я вам скажу, да? А я знаю, что я сейчас с тобой сделаю. Так, взрыв. Предохранитель. Забрать. Ля, ты крыса, взрывайся. Блин. Блин-блинский, это сейчас опять тут все монстры будут, да? Ладно, ладно. А я получил арбалет, походу, да? Ну, не знаю, нужен ли нам арбалет. Я думаю, не нужен, правильно? Тем более, я не уверен, что нам хватит на него что-то, что мы его создали. Ну, если мы сейчас опять откиснем, даже не так, когда мы откиснем, посмотрим потом возле костра, сможем ли мы создать с вами арбалет. Может, появился реально чертеж. Угу. Да, расскажи. Песель, фас. Давай, взять. Так, аккуратненько. Хочу вот эту вот бочку взорвать. Бум. Так, давай бинты используем. Так. Может, пёселя назовем Джон Уик? Слышь, Джон Уик, нападай на него, давай. Ты подло, кусай его, молодец. Вот, по 23, умничка. Сейчас с тобой Джон Уик разберется. Ага, ты тут с друзьями, да? Сам не можешь, я смотрю. Друзей привел. Хорошо, отлично. Половинка хп уже мы сняли. Половинку хп мы уже сняли, даже больше. Давай, кусь. Во, умничка, молодец. Хороший мальчик. Ля, Джон сам все сделал. Но это достойная лайка, я вот уверен. Я знаю, что ты сейчас смотришь и не ставишь лайк, но это реально достойно лайка. Блин, а что это мы с вами открываем такое интересное? Ага, смотри, как прикольно. Еще есть, да, две штуки? Так, продолжить. Настройки. Продолжить. Так, быстрое перемещение, передатчики.
Так, радар, смертельная передача. Может, смертельную передачу? У меня бусинок нету, да? Либо есть бусинки. У нас бусинок, к сожалению, нету. Ну да, у нас, к сожалению, нету бусинок. А с них не выпадают. Ну ладно, ничего страшного. Так, что мы здесь с вами можем сделать? Давайте разбирать, наверное. Все, что можем, разбираем. Потому что, когда мы выйдем на поверхность, этого всего у нас не будет. Ну, то есть, можем, конечно, потом, наверное, сюда еще вернуться, но не хотелось бы. Так, отлично. Могу разрушить? Вот, могу тебя еще разрушить. Блин, а куда я все бусы потратил? Никто не помнит. Вроде же у меня были эти бусы. Так, ага. А костер тут где-то рядышком есть, как думаете? Костра нету. Все, хватит, пошли со мной. Погоди. Листик давай сбросим. Да, и заберем с тобой резину, правильно. Возможно, мы сейчас с тобой даже плащ сможем сделать. Все, там вроде ничего нету. Так, пойдем делать плащ. Сейчас нужно будет назад вернуться. Здорово. Заблудился, да? Чисто заблудился, скажем. Угу. А нам, погоди, нам, по-моему, не в эту сторону мы пошли. Да, мы не в эту сторону пошли. Нам нужно вот сундой. Может, даже получится сейчас плащ сделать. Как раз посмотрим, что там за арбалет такой. Где он находится. Как мне его сделать и зачем он нам, в принципе, нужен. Блин, костер, это сейчас они все заново оживут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Угу. А вот и арбалет. Железо. Так, очень тихое оружие дальнего боя. Стреляет. Ага. А у нас с вами железа нету. Хорошо. Надо будет железо потом взять. Вот, что здесь? Блокировка урона, защита от мороза. Плюс 5. Так, слоты для материалов. Плюс 1. Хорошо, давай. Бум, плащ выживальщика. Хорошо, давай смотреть инвентарь. Плащ. Да, прикольно будет. Или нам жарко сейчас будет сильно. Как думаете? Давай, наверное, в плаще походим. Блин, а мне металл нужен. Напомни, сколько металла. Все равно мы... А, ну да, плюс 5, вон температура. Плюс 27, смотри, нам жарко. Нам реально жарко, не надо бы сейчас снять этот плащ. При всем, конечно, уважении к плащам, но мы тебя снимем. Все. Что я хотел? Чертежи. Арбалет. 3 штучки не хватает. Хорошо, побежали. Побежали смотреть. Так, отправляйтесь к источнику аномального сигнала. Изготовьте этот, исследуйте комплекс. Не знаю, нужно ли нам полностью исследовать весь комплекс вот этот вот. Либо не нужно. Блин, это сейчас же все они ожили. Ну да. Увы, но вы все ожили. Здорово. Как ты тут? Нормально? Все, прекращай. Пёзель, заходи. Дом достала библиотека. Что означает хрен вам, а не Арчи. Да, вот так, кусай его. Скажи, ублюдок, а мать твою, да? Так, одно железо у нас есть, хорошо. Еще нужно... 3 штучки у нас есть, ребят. Побежали делать арбалет. Все, отстань, пожалуйста. Отстань. Сейчас я приду с арбалетом, погоди. В эту сторону, да, по-моему? Тихо, да, в эту. А я могу спрыгнуть? Могу. Так, песель, за мной. Джон Уик. Иди сюда.
Чертежи. Арбалет. Мне интересно. Блин, зря я бусы потратил мамины, да? Наверное. Так. Дай посмотреть. Куда я могу арбалет с вами? Не сюда, да? Я таки извиняюсь, а где арбалет? Ага, вот арбалет. Значит, вместо удочки заходим вот сюда. Но я так и думал, что будет что-то не так с этим арбалетом. А конкретно то, что там будет пару болтов, наверное, да? Я ж могу его прокачать, да. Угу. Хорошо, встаем и смотрим. Ну вот, да. Всего 3 выстрела. Зачем я металл тратил, кто мне скажет? Так, давай смотреть. Ёпта. Ага, погоди. Дай. Стой. Я не понял, как стрелять. Я так не разобрался, как стрелять. Стой, зря, наверное, я потратил металл. Ну ладно, где у нас еще есть? Вот тут есть. Бум. Ну что могу сказать? Круто, конечно, это все, но... Но мне с ломиком как-то поспокойнее будет. Не, возможно, когда нужно будет в спину зайти какому-то огромному боссу, может, тогда это все и сработает, но... А ладно, побежали. Так, а ну давай посмотрим насчет тебя. Ага, и все, да? Это типа все, что я могу с этим арбалетом. Божечки, ты мой, 30 хп снял. Так, давай, собаки. Уходим отсюда. Просто уходим. Здорово. Ага, плюваться будешь, да? Будешь плюваться, значит. Заходи, собака. Давай, заходи. Выйди, пёсель, Джон. Ну ладно, подождем, пока мне сейчас собакин с ним разберется. Угу, он не хочет с ним разбираться, ну ладно. Тогда нам придется. Все, отстань. Я ты. Падла. Ля, ты падла. Ля, все, хп снял. Уходим, лечимся. Бинты, хорошо. Вот это вот ты хорошо придумала, смотрю, да? Ладно, блин, вообще нельзя откисать, потому что придется заново это все делать. Потому что реально придется все заново это все делать. Мне бы не хотелось. Так, взять. Болт. То есть, когда я убиваю его, то я могу взять болт обратно, правильно я понимаю? У нас теперь их опять... Нет, одна из 3 штук. Ладно, хер с ним, с этим болтом. Покладем болт на этот болт. И давайте топать дальше, смотри, что здесь происходит. Так, получи фашист граната. Все, отлично. Давай заберем еще резину. Забрали. В тележку могу. Нет, тележку не могу. Давай, наверное, мы потратим еще одну аптечку. С вами. Хорошо, отлично.
и идем вниз. Либо. Ой, ё-моё. Это большой, да, вот этот вот? Да. Это опять он. Давай с помощью собаки сейчас с ним разберемся. Давай, давай, кусай его. Кусай, молодец, умничка. Неприятно, да, когда ты тут с друзьями ходишь? Вот мне тоже неприятно, когда вас тут много. Блин, как же хорошо, что разработчики додумались добавить собаку. Причем еще злющую такую. Давай, песель, нападай. Давай, давай, еще чуть-чуть. Блин, хоть бы, не знаю, там дробовик какой-то, оружие дали. А, отлично. И металл еще заработали. Ну, шикарно. Обожаю этого песеля. Реально обожаю этого песеля. О, отлично. Ой, вниз не упасть. Главное вниз не упасть. Это мы по кругу сейчас идем? Да? А я такие, извиняюсь, как мне пройти дальше? Кто мне подскажет, неужели мне вниз нужно прыгать? Как думаете? Стоит ли прыгать вниз и подымемся мы лет? Мы потом... Так, станция... Ага, то есть... Энерго... Так, погоди, где я? Может вернемся? Может вернемся, посмотрим перед тем, как прыгать. Потому что я себя знаю, я забуду. Я уже что-то забыл. Я помню, что просил чем, о чем-то вас меня напомнить. А уже забыл, что я хотел. Так, идем сюда. Идем сюда. Вырубаем сейчас этих всех. Падал. Давай, иди сюда. Вот так вот. Искать металл. Отлично, отлично, отлично. Что тут? Здорово. Как ты? Надеюсь, у тебя все хорошо. Во, бусы. Но это, по-моему, не те бусы, которые нам... Ёптуля. Я таки извиняюсь, а вы не сильно ли этот самый... Офигели, а? Ау. Я таки извиняюсь, но вы не сильно ли офигели? Падлы. Так. Давай еще чуть-чуть. Шикарно. Смотрите, это какая-то странная антенна. Она излучает энергию. Что ты там урон делаешь? Чем ты там урон делаешь? Ну хорошо, почему я сюда пришел? Точнее, зачем я сюда пришел? Чтобы что? Чтобы ничего. Чтобы просто вообще ничего. Так, ягоды. Нет, съесть хочу. И восстановить хп. Съесть ягодку. Хорошо, 12 хп мы восстановили. Отлично. Открыть дверку. Читать. А дальше ничего не могу, да? А что там такое? А, просто обычная труба. Просто обычная труба. Я таки извиняюсь, зачем я сюда приходил? Я взаимодействовать с ней вообще никак не могу, чтобы вы понимали. Ну, может, нам это и не надо, как думаете? Так, сейчас заберем тут металл с вами. Вот такое вот дерево. И пошли назад.
Блин, жалко, я думал, мы сможем с вами что-то открыть. Но, увы, ничего открыть мы не можем, да? Тогда надо будет, наверное, вот сюда сейчас спускаться. Вниз. Только нужно будет выложить с инвентаря все полностью. Так, где? Ой, ё, ага, не, я думал, мы в яму падаем. Не, нормально. Так, инвентарь. Хорошо, давай вот сюда. Блин, и вот еще резина есть у нас. Ребят, смотри. Еще есть резина, хорошо. Так, забрать. На лестницу никак не могу подняться. Как мне сюда подняться? Увы, никак. Так, перекат. Ага. Перекат не работает. Так, а здесь что у нас находится? Что за звуки странные? Давай ломать. Нет, не могу, да? Я буду на записи тоже лутаться. Надеюсь, вы меня понимаете, что мне это все нужно будет. Так, все, вроде бы все, да? Обыскали. Да что ж ты вечно падаешь у меня, а? Ага, здорово. Что у вас тут? Дай посмотреть. Так, нормально. Дальше прохода нету, значит, можно не переживать, что мы заблудимся. Сейчас, одну секундочку. Мы что-то с вами нашли новое. Лобстер. Мы с вами нашли лобстера. Так, а как мне сюда пройти? Я таки извиняюсь. Как мне сюда зайти? Ага. Падла. Ля ты, падла. Так, искать. А можно мне аптечку, пожалуйста, какую-то? Нет, нельзя. Только электронные всякие штуки. Так, саксофон могу сломать? Могу, да? Угу. Ну, давай кроватку уже заодно. Знаю, возможно, мне так столько много и не нужно всего, но... У нас впереди еще много чего прокачивать нужно будет. Бук. Во, молодец, давай помогай. Помогай, все. Ага, вот еще резина. Так, как мне так подойти к тебе? Вот как подойти. Да, отлично, металл не могу. Хорошо, мы сейчас сюда спустимся, мы сейчас тебя заберем, не переживай. Мы тебя не оставим. Так, да успокойся ты, вечно ты падаешь. Так, давай использовать, наверное, последнюю все-таки аптечку. Сохраняться возле костра я сейчас не буду заходить, я не вижу в этом смысла, потому что нам придется все заново начинать. Но на этом я предлагаю, ребят, сейчас серию заканчивать. Я просто сохраняюсь и выхожу. И в следующее мы дальше с вами будем исследовать вот эту карту, она огроменная. Нужно будет сюда дойти, потом сюда дойти, посмотреть, что здесь есть, правильно? А потом уже наверху выполнять всякие задания. Не зря же разработчики это все делали. Вот здесь что-то есть. Нужно реально будет обходить полностью всю эту карту. Наверное, куда-то вот сюда и вот так вот спрыгнуть. Дальше завал. Тут я не пройду никаким образом. Тут дверка закрыта. Сюда мне нужно идти. Может, сюда и можно пройти? Как думаете? Где я вообще? Я смогу туда и пройти налево. И вот здесь. Либо здесь будет забор, и я здесь не пройду. Так, а давай сходим посмотрим. Смогу ли я там пройти? И, возможно, я там и сохранюсь, и будем заканчивать. Так, куда сюда? Главное возле костра не сидеть. Так, погоди, не сюда, вот сюда.
Валерий, главное возле костра не сидеть, чтобы не возродились эти мутанты. Ага. Я тут в тупике. И эта штука тоже не разбивается, да? Нет, эта штука тоже, по-моему, не разбивается. Да, вот видите, к сожалению, увы и ах. И что делать? А ничего я тут не сделаю. Кроме как забрать резину, которая нам пригодится. Да и металл, в принципе, тоже. Так, давай подойдем ближе. Давай посмотрим по поводу бус. У нас есть эти штуки, либо нету? Так, передатчики. Смертельная передача. Нет, нету, потому что нету вот этой вот штуки, да? Угу. Так, останавливает. Попадает одна бусина. А, где мне найти вот эту здоровую бусину? Я не знаю, может, возможно, нужно будет с вами бить какого-то монстра. Огромного, может, из него выпадет. Но, ребят, я здесь других выходов не вижу, только прыгать вниз. Вот сюда. Других вариантов я здесь не вижу. Ну, то есть дальше... Дальше здесь все тупик идет, но вы сами видите, да? А если я сейчас сюда спрыгну, я, возможно, сюда и вот так вот, и потом пройду. Дальше до... Да куда-то я дальше пройду. Так, все. Ладно, на этом месте мы с вами и остановимся. Все, всем спасибо за просмотр. Не забывайте про лайкосики, да и комментарии можете написать, как вам игрулька. Хочется полностью ее пройти, максимально сделать много серий. Не знаю, мне игрушка зашла лично. Так что как-то так. Все, всем пока-пока и до потом.